В минувшую пятницу в детском саду Нальмасаулака Шхабаль было проведено необычное мероприятие – мюзикл под названием «Белочка-умелочка». Воспитанники старшей группы номер один под руководством музыкального работника Тамары Винокуровой продемонстрировали творческие умения – танцевальные и вокальные. Маленькие зрители с удовольствием наблюдали за выступлением своих сверстников. Участники и зрители праздника получили массу положительных эмоций. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы хотим представить вам мюзикл «Белочка-умелочка». Слова Леонида Куликова, музыка Тамары Винокуровой. Зная, какое влияние оказывает музыка на человека, надо стремиться к воспитанию в нем самого доброго, светлого, животворящего чувства. Это в большей степени относится к молодому поколению, поскольку оно – наше будущее. В связи с этим, я думаю, музыканты должны создавать произведения, которые учили бы детей добру и красоте. И так как дети любят мечтать, они большие фантазеры и мыслят образно, целесообразно, на мой взгляд, начиная с раннего дошкольного возраста, давать слушать детям и разучивать с ними мюзиклы. Таким образом, я написала мюзикл «Белочка-умелочка» на слова Леонида Куликова, целью которого являются развитие музыкальных способностей, артистизма, а также развитие доброго гуманистического начала и восприятие жизненно важного понятия «победа добра над злом». Мюзикл способствует позитивному настроению детей, раскрепощает их. «Победа добра над злом», которая проходит красной нитью через весь мюзикл, очень важная мотивация для развития положительных качеств юного слушателя и особенно исполнителя. Разрешите вам представить мюзикл в исполнении старшей группы номер один. Пожалуйста, приветствую. Thank you.
Не буду больше.
соль и